он существует? Вы находитесь где сейчас? Я дома сейчас нахожусь. Ваш дом находится в Литве, Литва находится в пространстве? Ну да, в принципе, эта теория относительно. Относительно. Вы определитесь, вы находитесь в пространстве или нет? Нет. Нет. А Литва? Тоже нет. Литва не находится в пространстве. Я считаю, что нет, да. А где она находится? Она находится в поле. Она находится в поле, потому что... В кукурузном? Поле это то... Это пространство не существует, пока существует материя. Так, а поле где находится? Поле находится между телами. Но между телами что? Тела находятся, тела находятся где? Тела находятся в поле. Вы только что сказали, что поле между телами. Поле есть... Нет, минутку внимания. Давайте. Существует тела. Если где существуют тела? Стоп. Где существуют тела? Тела это материя. Так, где? Ну, где они так существуют? Хорошо, материя. Где? Материя. Где? Вам приятно слушать это слово материя. Где она? Где эти тела находятся? Материя существует. Где? Где она существует? В пространстве или не в пространстве? Нет пространства, если есть поле. Вы путаете. Поле это материя. Поле это материя. От двух вещей. Если есть поле, значит нет пространства. Это ваша галлюцинация. Бред, реальный бред, который вы придумали и мне транслируете. Питер, давайте сначала. Давайте. Членораздельно, давайте. Пожалуйста. Давайте сначала. Если существует тело, поле. Стоп! Произносите! Стоп! Стоп, уже врете. Договаривайте до конца, не проглатывайте конец предложения. Если в пространстве существует тело... Если существует материя... Стоп, где существует? Если материя существует в пространстве... Не важно где. Стоп, важно. Зубы не заговаривайте. Если существует материя... Где? Где-нибудь? Неважно. Где-нибудь или не где-нибудь? Или в воображении, или в пространстве материя существует? Если существует материя... Стоп, договорите до конца. Если материя существует в вашем воображении, или если материя существует в пространстве, сознайтесь. В принципе, это уже не важно. Это очень важно. И пока вы не сознаетесь, это демагогия, мне это не интересно. Как только вы сознаетесь... Существует ли ее нету? Где существует? В воображении или в пространстве? Пространство не существует. Есть материя. Вы сторонник такой секты, которая думает, что что-то не существует. Когда она покупает квадратные метры территории, то квадратных метров не существует. Когда оно находится в объеме, то объема не существует. Для начала ваша идея очень хороша. Когда ничего нету, существует пространство. Это отлично. Если ничего Стоп. Нет, пространство существует. Существует где? Стоп! У вас путаница. Материя, пространство не существует, потому что если материя забирает это пространство, там уже его нету. Подожди, как нету? Вот как нету? Внутри... Ну, в материи не может быть, если там существует пространство. Почему? Вы, ну, у вас... Материя просто... Давайте, просто... вот подождите, давайте одно предложение произнесите какое-нибудь. Про пространство, одно утверждение. И его будем разбирать, потому что ваши мысли скачут с вопроса на вопрос. Давайте, один тезис. Логично. Материя... Это существует, которое вне пространства. Оно не Стоп! Достаточно! Материя это существует, которое вне пространства. Это бред. Мне вот уже не интересно. Все. Материя это, которое существует вне пространства.
Пространство — это слово. Это не слово, это объект. Это слово, которое приятно кому-то произносить. Вот вам приятно произносить. Кому-то еще другому. Но материя — это конкретное существо. Так, вы с первого... Пространство — это абстракция, которая не существует. Это бред. Вы бредите, вот просто нормально так бредите, четко бредите. Вот. Молодец, окей. Я так и жду от вашего вопроса. Но, подождите, вы... я мысль закончу. Но существует две материи. Подождите, и... вам никто не говорит, что пространство материально. Оно не материально. В материальном смысле оно не может существовать. Оно существует в нематериальном смысле. Можете понять, что пространство не материально? Так. Но... материя. Материя материальна. Материя не может быть нематериальным. Пожалуйста. А пространство не является материей. Пространство не является материей. Поэтому ее не существует. В материальном смысле. Ну, вообще нет ее. В материальном смысле нет. Вообще нет. Хорошо. В материальном смысле нет. Давайте пройдем следующий шаг. Ваши мысли попрыгали дальше. Вы можете на чем-то сосредоточиться? Так, что ты говоришь? Вот давайте. Если у нас есть поле... Подождите гнать гусей. Поле между двумя материями. Есть поле? Поле — это материя? Да. Ну? Есть поле у нас или нет? Поле — это материя. Ну, пожалуйста, есть между телами материя. И что? Нет, у нас есть поле между... У нас между двумя телами есть поле. Между двумя телами есть расстояние. Есть или нет? А поле есть? Подождите. Расстояние между двумя телами есть? Есть. Вот расстояние — это и есть пространство. А поле есть? И это пространство заполнено полем. Нет. Так вот, если существует уже изначально поле, то пространства нету в нем. Это бред, который вы просто, вам поле, хочется так, и все. Поле забило все пространство. Да поле. Пожалуйста. Во, вы сейчас сказали одну здравую мысль. Поле забило все пространство. Это значит, нет. Поле находится в пространстве. Нет, вне материи. Вне материи. Вы рандомный генератор слов, который не понимает их смысла. Вы сейчас произнесли словосочетание «поле забило все пространство». Вы произносили эти слова? Произносили. Хорошо, это пространство — это условная единица, которая может... Опаньки! Сказать, между вами и монитором условное расстояние или реальное расстояние? Вот ваш нос и монитор. Это поле. Подождите, с вопроса на вопрос не прыгайте. Между вашим носом и монитором расстояние есть? Да, это реальное расстояние или условное? Расстояние есть? Расстояние есть. Оно заполнено полем, кринолем. Вы можете его заполнить деревянной чуркой. Взять ее к носу, приставить к монитору. И будет у вас расстояние, заполненное деревянной чуркой. Но расстояние есть. Есть. Все. А расстояние — это пространство. Пространство не существует в поле. Вы бредите. Вам хочется вот в это верить. Но это не соответствует реальности. Как? Это вот ваша теория о том, что нету поля без материи. Или наоборот, то поле не существует? Тогда скажите, что... Вы бредите, я такого не говорил. Сказали, что существует поле. Поле существует дальше что? В пространстве. Есть. Вас очень плохо слышно. Я вот не слышу сейчас, что вы говорите. Потому что поле — это материя. Да? Поле — это материя. Вас плохо слышно. Если существует поле, если существует материя, значит, пространство не существует вне поля. Это бред. Вот давайте, налейте в чайник воды. Давайте, Вера, посмотрите. Налейте в чайник воды. Чайник перестал существовать? Нет. Все нормально?
Расстояние, внутренняя полость между стенками чайника перестало существовать? Нет. Все четко. А если вы чайник заполните полем, то все, перестанет существовать расстояние внутри чайника? Поле не нужно заполнить, потому что это есть пространство. Как вы говорите, что... Так, которое... подождите. Владимир, вы нормально заполняете чайник водой, и с вами ничего не случается. Но это материя. Ну, а поле это тоже материя. Вот вы заполняете чайник полем, и с вами что-то случается. Пространство внутри чайника перестает существовать. Нет, в чайнике пространства нету. Подождите. Нету, когда оно заполнено полем, или нету, когда оно заполнено водой? В пространстве, в чайнике нет моей. Потому что там... Ну, подождите, она... подождите. В пространстве нету поля. Или наоборот, нету пространства. В пространстве нету пространства и нету поля. Короче, Владимир, мне реально жалко на вас тратить время, я вам ничем помочь не смогу.